Приветствую вас, Мария. Давайте разберем вопрос, который вы задаете, текст, который вы написали. Смотрите, ключевая проблема здесь в том, что у вас есть принцип, который, судя по всему, игнорирует определенные ваши желания. Игнорируют определенные ваши потребности. То есть вот момент, когда принцип прорастает в догму, это тот самый момент, когда человек из-за своих принципов не может полностью быть удовлетворенным. Вот. И, соответственно, в определенных ситуациях, при определенных раскладах нельзя говорить про удовлетворенность без, например, измены или без, там, допустим, ну, разрыва отношений, скажем так. Но проблема здесь в том, что как бы измена, она не происходит на ровном месте, измена всегда происходит в результате, там, ну, каких-то моментов, да, измена происходит в результате там определенных трудностей, определенных сложностей у людей, вот. И идея здесь заключается в том, как раз, вот, идея здесь заключается в том, как раз, что вот на эти вещи вы внимания вот как-то, ну, не обращаете, да, на эти вещи внимания вы вот как-то, ну, не придаете, не придаете как-то вы этому значению, потому что вы там, условно говоря, не удовлетворены. Вот. И, соответственно, идет обесценивание чего? Да, идет обесценивание значит, себя. Да, идет обесценивание того, что вам нужно. Идет попытка, ну, некоторая попытка, да, игнорировать то, что вам нужно. И как результат, как следствие этого, происходит, один из вариантов, это вот как раз измена. И здесь дело, на мой взгляд, не столько и не только в том, что вы изменили, сколько в том, что вы хотели. Вот. Что вы хотели. Тут вот конкретно, что вы хотели, через измену. Чего вам не хватало? Через измену. Вы что вы пытались получить через измену? Для себя. Вот это очень важный момент, на мой взгляд. И вам его, этот момент, нужно разрешить как раз-таки для того, чтобы вот в целом, да, ну, эту ситуацию отпустить. Потому что сейчас, на данный момент, вы не признаете того факта, что не удовлетворены, вы не признаете того факта, что вы, что вам чего-то не хватало, вы не признаете того факта, что вам ну, что вам что-то нужно было, вот, и вы не признаете
того факта, что вот вы же, ну, скорее всего, вы хотели не просто изменить, да, не просто вот секс, а скорее всего, у этого была какая-то подоплёк, у этого была какая-то история, вот, и, соответственно, такой вот момент. А забывать, все не нужно, да и не получится у нас забыть. То есть, видите, вы ставите себе, ну, я бы сказал, что нереалистичные цели, да? А вот, там, допустим, признать свои желания, да, признать свои потребности, признать, что вам, допустим, чего-то хочется, признать, что вы что-то не получаете, это вот вполне, ну, вполне корректно и вполне здорово для вас, как мне кажется. Вот. И только нужно, ну, в этом направлении действовать. Понимаете? Вот. Нужно, ну, работать как раз такие вот в направлении того, чтобы направлении того, чтобы признать то, что вам нужно, и то, чего вы хотите. Вот. И тогда ситуация будет складываться, ну, на мой взгляд, для вас лучше. Вот. Гораздо лучше, чем сейчас. Например. Вот это то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. То есть само построение принципов, да, ну вот из серии ну я должна. Это больше вот про это. Я должна. То есть это не из серии того, что я хочу. А это из серии я должна. Ну, я бы сказал, что это, ну, на мой взгляд, больше такая негативная история, нежели чем позитивная. Когда вы руководствуетесь тем, что должны, а не тем, чего хотите. По факту, в основе лежит обесценивание ваших желаний, вот. И не совсем корректное выстраивание отношений с молодым человеком, да? То есть несоответствие отношений, вот, значит, тому, что вам нужно, тому, чего вы хотите, вот. По факту. И это все вот нужно корректировать, потому что если вы будете выстраивать
отношения в таком ключе, то на измены, ну, вы будете просто-напросто срываться. Вот. По-другому у вас не получится. Вот, это неизбежно. Как неизбежно вы будете хотеть, неизбежно вы будете пытаться выстроить такие отношения, где вы были бы полностью удовлетворены. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи.